пешехода сбила машина в Череповце. Авария произошла накануне в 18.00 на улице Парковой в районе дома 53. По информации ГИБДД Череповца, водитель на автомобиле Mitsubishi Outlander сбил 29-летнюю девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии череповчанка получила травму, была доставлена в больницу. Отмечается, что после столкновения с пешеходом Outlander врезался в Toyota. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Подозреваемого в хранении наркотиков задержали полицейские в Вологде. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с отрядом «Гром» в одном из гаражных боксов задержали 30-летнего вологжанина. При осмотре гаража полицейские обнаружили и изъяли куст наркотика растительного происхождения, а в коробках полицейские обнаружили высушенные части растения. Все изъятое было направлено на исследование. Во время допроса мужчина рассказал, что ранее изучил много учебной литературы и начал культивировать растения, которые в дальнейшем готовил для личного употребления. Экспертиза показала, что изъятым является наркотическое средство растительного происхождения общей массой более 500 грамм. Возбуждено уголовное дело. Квартира загорелась на улице Рабочей в Вологде. Как сообщает МЧС, пожар произошел в комнате на 8 этаже на площади 22 квадратных метра. Комната выгорела по всей площади. Частично закопчена и повреждена внутренняя отделка двух комнат. Коридор закопчен по всей площади. Пострадали два человека. Женщина получила ожог спины. Еще один пострадавший мужчина отравился продуктами горения. Оба госпитализированы. Спасены 19 человек. Их вывели пожарные по лестничным маршам. Предположительная причина – неисправность электрооборудования либо неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.